что в моем понимании Сергей Шнуров – это, в общем, очень гармоничный персонаж с точки зрения своих волеизлияний и того, что он делает. Я не вижу особых внутри него противоречий. Вряд ли это будет то же самое, что снято, например, там, господине Путине. Потому что было бы как раз, вот я бы с большим удовольствием посмотрел бы, чтобы снимал бы кто-нибудь именно вот в духе, как снимают о наших вождях. Какой он был хороший в школе, интервью с его учительницей, с одноклассниками, с первой любовью. Потом, как он идет, как он приходит к селянам в белом костюме, как он на комбайне. Если бы режиссер бы сделал бы такой стёб, это было бы, мне кажется, что было бы существенно интересней, чем будет, что снято это, то, что снимут. Посмотрим, «Война план» подскажет. Спасибо. Может быть, кто режиссер услышит и как раз снимет как раз в этом духе.